инициативе депутатов Химок, по инициативе лидеров общественного движения в Химках мы хотим, чтобы был построен мемориал, посвященный бойцам СВО. В химкинской школе «Лига первых» провели встречу, на которой обсудили установку мемориала бойцам СВО, рассмотрели предполагаемое место, тип мемориала и его значимость для общественной жизни округа. Боевым опытом поделился Андрей Комов. Мероприятия замечательные, такие мероприятия нужны для поддержания фронта, для поддержания бойцов. Плюс инициатива по поводу открытия мемориала – это очень актуально в нынешнее время. В школе «Лига первых» регулярно проводит мероприятия, посвященные истории, патриотизму и любви к родине. У нас очень много есть и бесед с детьми, и больших митингов, больших акций, потому что мы считаем, что в первую очередь ребенок должен быть гражданином. Тогда у него появится определенная цель жизни, определенная идея жизни, и он будет стремиться достичь этой цели и определять свою дорогу в этой жизни». По итогу гости мероприятия проголосовали за инициативу установки мемориала и сделали памятное фото. Андрей Липанов, Елена Троненко, Вильфред Дымковский. Новости Химки ТВ.